Сотрудники Следственного комитета по Калмыкии поздравили с 98-летием ветерана Ивана Саваева. Виновник торжества встречал гостей, как всегда, с улыбкой и с хорошим настроением. Иван Минжуевич был призван на фронт 18 лет. В составе 37-й запасной стрелковой бригады в Пензенской области обучался навыкам химической разведки, задача которой – обследование мест, оставленных немецко-фашистскими захватчиками, проверка воды в колодцах, почвы и продуктов. В составе 93-й гвардейской дивизии 271-го полка отдельной роты химической разведки с мая по август 1943 года освобождал город Белгород. Принимал участие в боях на Курской дуге. 5 июля страна отметит 80-летие сражения, которое длилось 50 дней и считается самой крупной танковой баталией. Я на самой линии передовой всего каких-то 2 дня был. Остальное время я под землей. Это разливали самовоспламеняющее вещество, колец, который там кидает в бутылки. Вот это вот разливало от фронта километр так. И так за фронтом шли. Заместитель руководителей и сотрудники регионального управления Следственного комитета пообщались с ветераном, вручили подарок и пожелали долгих лет жизни. Иван Минжуевич поблагодарил всех за проявленное внимание и пообещал гостям пригласить на вековой юбилей. Воевал сначала на Курской дуге, затем, значит, занимался подготовкой личного состава и разливал самовоспламеняющую жидкость для того, чтобы наши войска сжигали танки. То есть был ранен, попал в госпиталь, вот, закончил войну свою уже, так сказать, находясь в госпитале. Живой свидетель, конечно, борьбы с фашистами, с нацистами. Да, живой пример для подрастающего поколения, для молодежи. Вот сейчас здесь молодежь приехала поздравить его. Вот мы от Следственного управления тоже решили поздравить, подарили вот подарок, скамейку, вот, которую нам сам ветеран заказал. Пожелали ему долгих лет жизни, крепкого здоровья. Он еще нормально себя чувствует. Все события, которые происходят сейчас в нашей стране, он понимает также и переживает за судьбу страны.